Губернатор Игорь Руденя провел совещание по созданию Центра культурно-туристического развития в исторической части Торжка. Был рассмотрен ход подготовительных работ, варианты необходимых инфраструктурных решений. Предполагается, что реставрация всех выбранных объектов завершится в 2025 году. Напомним, что реновация Торжка ведется при поддержке нового банка БРИКС. В ее рамках предполагается восстановить комплекс путевого дворца, а также ряда зданий культурного наследия. Присутственные места – дом городничего и казначея, жилой дом середины 19 века. Кроме того, в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях планируется провести благоустройство старинного сквера «Городской бульвар» и ряда близлежащих улиц.